Он старая няшка, он няшка-стесняшка. Вот только лапки у него нифига не пушистые, потому что именно ими он будет рвать любого, кому посчастливится лицезреть его прекрасное лицо. Если человек случайно увидел скромника и сам об этом не знает, уж поверьте, наш добрый скромняшка ему обязательно об этом напомнит. Если вдруг вы посчитаете себя умным по горшкам дежурным и подумаете, что сможете безнаказанно посмотреть на него через системы видеонаблюдения, то я вас обрадую, он пулей прибежит к вам и докажет, что вы не правы. После этого от вас на полу не останется даже пятнышка. Мистер Скромник веселей, чистит пол в два раза быстрее. Вы спросите тогда: «Некрас, ну неужели нет способа на него посмотреть? Нам же так интересно». Не волнуйтесь, волнению нет, есть способ. Надо сказать спасибо профессиональным художникам класса D, которые, конечно же, по доброте душевной согласились нарисовать нашего главного героя. Правда, это последнее, что они сделали в своей жизни, потому что скромняшке не нравится изобразительное искусство, особенно когда это касается его самого. Вы знаете, поговорка «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать» не работает на скромнике. Лучше наоборот, один раз услышать и никогда не видеть это дерьмо! А вот мои видосики смотреть можно.